Российская газета. Российская газета. Кирилла Туклина. Владимир Владимирович, как вы оцениваете двое суток после минских договоренностей о прекращении огня? Судя по всему, все пошло не так гладко, особенно учитывая то, что происходит в Дебальцево. Вот, речи нет о примирии там, по крайней мере. Спасибо. Ну, в целом, во-первых, мы высоко оцениваем те договоренности, которые были достигнуты в Минске. Может быть, не все еще обратили на это внимание, но что чрезвычайно важно, это то, что украинская сторона, официальные власти в Киеве, по сути, согласились провести глубокую конституционную реформу с тем, чтобы удовлетворить запросы на известную самостоятельность, как бы она ни называлась, децентрализация, автономизация, федерализация отдельных регионов своей страны. Это очень существенный такой глубинный смысл решения со стороны официальных властей. Но есть и другая сторона. Если представители Донбасса согласились принять участие в этой реформе, то значит, мы являемся свидетелями определенной подвижки вот, в направлении украинской государственности. Конечно, чем быстрее будет осуществлен и реализован пункт, связанный с прекращением боевых действий и отводом техники, тем быстрее будут созданы реальные условия для того, чтобы политическое урегулирование вступило бы в какую-то реальную фазу. Но что касается вот ведения этих боевых действий, в целом мы отмечаем значительное, я хочу это подчеркнуть, снижение боевой активности. Ну, хочу также отметить, что ведь и в прошлый раз, когда президент Порошенко принял решение возобновить боевые действия, а потом их остановить, тоже не сразу удалось это сделать. Но вот сейчас это совершенно очевидный факт. Количество различных обстрелов, взаимных ударов по всей линии соприкосновения упало в разы. Действительно, происходят стычки в районе Дебальцево. Кстати говоря, больших ударов и там уже такого количества ударов нет, как в прошлое время. Но то, что там происходит, это объяснимо и прогнозируемо. Поскольку, по нашим данным, еще до встречи в Минске, за неделю примерно, группировка украинских войск оказалась там в окружении. И на встрече в Минске я именно так и говорил об этом. Те, кто находится в кольце, будут пытаться вырваться. С внешней стороны будут предприниматься попытки их деблокировать. А ополчение, которое удерживает украинские воинские части в этом кольце, будет этому сопротивляться, противиться и удерживать дальше. И это неизбежно приведет к тому, что так или иначе какое-то время будут происходить эти стычки. Вот и сегодня с утра опять была предпринята очередная попытка, я не знаю, есть ли это в средствах массовой информации, не успеваю за этим следить, но рано в 10 часов утра была предпринята попытка деблокировать этот котел украинскими вооруженными силами. Она закончилась неудачно. Я очень рассчитываю на то, что ответственные лица в украинском руководстве не будут мешать военнослужащим украинской армии складывать оружие, если они сами не в состоянии принять это ответственное решение и отдать такой приказ, то, во всяком случае, не будут преследовать людей, которые хотят сохранить свою жизнь и жизнь других людей, готовы сложить оружие. И с одной стороны, а с другой стороны, рассчитываю на то, что представители ополчения, руководство Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики не будут удерживать этих лиц, не будут препятствовать тому, чтобы они могли свободно после этого покинуть зону конфликта и зону окружения и вернуться к своим семьям.